period Julius Caesar и Григориан. Наши предники, все пророки из Израиля, они сказали, что в будущем есть этот человек, который будет отмечать все времена, которые наш Бог дал нас, и они будут изменить все его законы. Это человек. Цезарь, Григориан, да, они человек, но, как он сказал, человек, это люди. Это значит люди. Есть это люди в будущем, которые изменят все наши Бог времени и тоже все его законы. Об этом я буду читать скоро, но сейчас буду читать другой пророк, Соломон или король Соломон. Он сказал, что они будут начинаться культуру, которую мы будем отмечать каждый год, а потом это будет нормально для всех людей. Это будет нормально для Израиля людей. Но сегодня, мы читаем Библию сегодня, а мы увидим, что это ненормально. Наш Бог никогда не сказал, Он никогда сказал, что мы можем отвечать это праздник в 1 января или в зимой. Он просто сказал в месяце Авив. Месяц Авив – это весной, это в марте, конец марта или первая неделя апреля. Сейчас мы открываем книга «Мудрость», еще раз, книга «Мудрость Соломона», глава 14, стих 16. Таким образом, с течением времени нечестивые обещают. Еще раз. Таким образом, с течением времени нечестивые обещают, укрепившиеся в силе, был соблюден как закон. Был соблюден как закон. В будущем январе или 1 января или Новый год будет нормально или будет как закон для всех людей. Но это не тогда, это не так сначала. Это не так сначала от нашего Бога. Нет. Еще раз. Таким образом, с течением времени нечестивый обещай укрепившиеся в силе. Был соблюден как закон. И заповедям Сары поклонялись могильным изображениям. Какой это Сар? Это Цезарь. Это Цезарь и Григорий. В будущем это или до сегодня. До сегодня. Это уже как заповеди. Это уже как культура. Это уже как закон от нашей Бога. Но это неправильно. Это неправильно. Поэтому король Соломон сказал это. В будущем Израиль люди, они будут отмечать эти все язычники или остальные народы и праздники, как это от нашего Бога. Но это не от нашего Бога. Сегодня люди, которые любят Бог, наши люди, еврейские люди, которые любят самый высокий Бог, будут отмечать Новый год, как Он заповедал в Библии. Как Он заповедал в Библии. Почему? Потому что, когда мы это сделаем с остальными народами, мы поклоняем их идолы. А в этом празднике это Янус. Дальше. Книга Даниил. Глава 7. Стих 25. Извиняюсь. Сейчас мы открываем. Книга Даниил, глава 7, стих 25. Книга Даниил, глава 7, стих 25. И он скажет великие слова против самый высокий Бог. Еще раз, это пророчество. Даниил пророчествовал
об это люди, белые люди сегодня, потому что Юлиан Сезар, он белый человек, Григориан тоже, то же самое. Еще раз, Даниил, глава 7, стих 25. И он скажет великие слова против самый высокий Бог и измотает святых Всевышнего и подумает изменить, еще раз, и подумает изменить времени и законы. Эти люди, белые люди сегодня, если вы в Америке, если вы в Британии, если вы в Европе, это их предники это сделали. Их предники делали это. Их предники делали это. Еще раз. И он скажет великие слова против самый высокий Бог. Против самый высокий Бог. Против самый высокий Бог. Они начинаются это праздник, не только Новый год. Все праздники, которые не от Библии. Они изменились все. Они тоже изменились времени. Еще раз. И он скажет великие слова против самый высокий Бог. Против самый высокий Бог. Не для самый высокий Бог. Наш Бог, он может сказать, что он хочет. Он, его не нужно. Ему не нужен человек, который может говорить для его. Он не идол. Он сказал, что Новый год будет начинаться каждый год в весной. Но этот человек, белые люди сегодня, их предники сказали, что они сказали, что 1 января это Новый год. Но это неправильно. Это никогда не правильно. Еще раз. И он скажет великие слова против самый высокий Бог и измотает святых Всевышнего и подумает изменить времени. Они изменили времени. Они сказали, что новый день начинается в 12 ночи. Но наш Бог сказал, новый день начинается, когда солнце уже вышло. Или когда у нас солнце закатало. Они сказали нет. Белые люди сказали нет. Новый день начинается в 12 ночи. А кто вы будете слышать? Самый высокий Бог, который сотворил все у нас сегодня в мире. Или просто человек, который он уже умирал. Он не здесь сегодня. Юлиан Сезар или Григорий. Кто вы будете слышать? Наш Бог или просто люди? Надо думать. И он скажет великие слова против самый высокий Бог и измотает святых Всевышнего и подумает изменить времена и законы. Изменил наш Бог закон. И они будут отданы в руку Его. Он, наш Бог, будет сдавать Его люди, Израиль люди, наши люди. И они будут отданы в руку Его до времени, и времени, и до разделения времени. Это значит, что наш Бог будет сдавать Его люди, Его народы, Израиль люди, к этому человеку, который говорит все против наш Бог. Наш Бог сказал, я буду сдавать мои люди к ним. Как долго? До времени и до разделения времени. Это значит 350 года.
We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.